Всем привет, дорогие мои! С вами Клонова Аня, проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами начнем обсуждать новинки. Сразу предупрежу, что будет несколько частей, потому что новинок целая гора. Еще плюс основной заказ и так далее, и так далее. Ну что ж, погнали! Значит, первое, что я испробовала, пару дней поносила на себе, это праймер для губ и праймер для ресниц. То есть это вот такая новая новинка. Я помню, как у нас был праймер для ресниц, но он как-то не похож на этот. Это немножечко что-то такое, вот немножко другое. Ладно. Давайте с вами начнем с праймера для губ. В такой коробочке приходит, да, обычная коробочка. Значит, он идет с формулой, с разглаживающим эффектом, способным мгновенно скрыть мелкие морщины. Контур губ, мгновенно скрыть мелкие морщины, контур губ, придавая им упругий и увлажненный вид. Артикул 40-394, он идет 3,5-3,3 грамма. Угу. То есть, давайте посмотрим, значит, такой вот он. Обычный, мягкий, да? То есть вот я его наношу на поверхность кожи, ну и давайте посмотрим, что происходит, да? То есть, ну, практически, ну, с кожей ничего, да, то есть с губами губы разглаживаются, придается какой-то немножечко белесенький оттеночек, да, как вы видите, ну, в принципе, и все, немножечко так разгладилась, она такая, знаете, тугая, помадка, да, то есть интересно, да, то есть она может ломаться, но у нас сейчас 30 жары в доме, поэтому, ну, что могу сказать, мне кажется, что штука действенная, реально прикольная, вот я вот сейчас последние 15 минут на губах ощущаю, то есть чувствуется, что он такой тяжеловатенький слегка, да, то есть вот так вот, такой белесенький. Также он содержит гиалуроновую кислоту, масло ши, и прям чувствуется, что он ухаживает за губами, слой действительно такой весомый, плотный. Я его очень хорошо на губах ощущаю, и ощущаю и через час, и так далее. Вот, поэтому не могу сказать, что он мне супер-супер понравился прям, но помада действительно с ним сидит как-то лучше, как-то красивее, что ли, да. То есть, ну, на самом деле так и есть. Угу. Дальше, значит, следующий это праймер для ресниц 7,5 мл. Мы его наносим перед тушью, чтобы сделать ресницы более густыми, объемными и длинными, а также продлить стойкость туши. Артикул 58-10. Ну что ж, давайте посмотрим с вами еще вот аннотацию, да, то есть, может быть, тут есть какие-то ухаживающие компоненты. А, ну тут активный компонент депантенол. Значит, усиливает цвет на нанесенной поверх туши. Значит, результат максимальный эффект туши без осыпания и смазывания. Так, для получения. Так, а способ... Состав вот тут указан, а способ применения так и я не поняла. А, вот способ применения. Нанесите на ресницы от корней до кончиков, затем сразу же нанесите тушь. То есть, я так понимаю, не нужно ждать, пока чтобы она высохла. Давайте пробовать. Абсолютно такая вот белесенькая, беленькая кисточка. Да? То есть, вот она такая. Если ей порисовать по руке, вот от нее остается. Да, такая вот штучка, да, вот это вот, она когда высыхает, она так и остается белая на ресницах, что я заметила, сейчас я обмакну. Кисточка сама по себе такая более-менее мягкая, да, то есть вот я наношу сейчас, на данный момент уже второй слой, мне интересно, тут у меня не нанесено, но чуть-чуть припудрено, да, ну нечаянно пудра попала, а вот тут... Ага, как бы я уже наношу, вот. Более стойко тушь нам обещают и так далее. Ну что, сейчас будем сравнивать. Ну да, вот если так вот взять, то тут кажется длиннее, чем тут, да? Вот, но мое такое ощущение, что она уже немножечко скомковала, и его тоже нужно уметь нанести так, чтобы он ресницы не склеил. Хотя ресницы, да, они стали как будто бы в два раза лучше, да, в два раза длиннее, да, то есть это прям... ощущается. И она как будто дает ресницам приподняться, получается, дает ресницам приподняться, и за счет этого еще тоже идет вот такой вот дополнительный объем. То есть такая вот она интересная. Тут она у меня уже практически высохла, и давайте сейчас с вами сразу же будем наносить тушь. Туши я буду наносить тоже наши новинки, водостойкие туши. Она появилась в черном и в синем цвете. Я буду наносить тушь в черном цвете, да. То есть, почему именно в черном? Потому что синий я потом вам поверх уже этой черной покажу. Так, давай-ка фокусируйся, не капризничай, да. То есть, она прям черная.
абсолютно черная, не матовая никакая, то есть она обычная такая вот тушь, да, то есть вот она такая. Щеточка у нее особенно такая, видите, мягкая получается, то есть такая вот мягкая щетиночка выходит, в принципе, все хорошо. Значит, эта тушь у нас идет с особой технологией обработки пигментов, которая делает ресницы супер объемными. Я вам честно скажу, объем я не заметила. Я красилась тушью пару раз, объема я не увидела, да, то есть лазурно-синий и черный. Вот черный сейчас 52-69 у меня в руке. Текстура устойчива не только к воде, но и к поту, к слезам, не смазывается в течение дня. Ребят, чистой воды правда. Ее и смыть-то обычными средствами, даже пенкой для умывания, сложно. Нужно специальное средство, чтобы эту тушь снять. Далее, классическая фибровая щеточка для идеального окрашивания ресниц. Вот тут поспорю, потому что особая технология делает ресницы суперобъемными. У меня на ресницы суперобъемными не сделала вообще. Да, то есть такая вот она идет. Синяя, да, и как вы видите, кисточка тут идет такая, больше фиолетовая, да, у нас с вами кисточка, да, больше фиолетовая, а тут все-таки синий оттеночек, вот прям при вас в первый раз открываю, будем смотреть, разочаруемся мы или нет. Цвет абсолютно с каталогом не совпадает, какой оттенок вы видите в каталоге, абсолютно не похож на оттенок в живую. Абсолютно не похож. То есть для меня он идет даже немножечко с каким-то таким, знаете, если кисть достает, то нормально. А вот тут он идет с таким, может быть, даже зеленоватым отливом, да. То есть как будто она какая-то как хамелеон. То есть вроде бы, если погуще нанести... А, ну тут просто коричневый, да, оттеночек получается. Но нет, она все равно не такая, как в каталоге. Она немножечко другая получается. Вот больше, наверное, вот этому нужно цвету верить, чем вот этому, который там. Ну что, поехали проверять, как оно сядет, как оно ляжет. Тушь ужасно водостойкая, ребята. И я уже ее испробовала, поэтому тут поверьте, пожалуйста, она реально не размазывается. Даже нижние ресницы в жару они не размазываются. Это... огонь, тушь огонь, но объема она не придает. Лично моим ресницам никакого объема и супер удлинения я не увидела. Но на лето я вообще рада, что такая новинка на лето, на жару у нас с вами появляется. Как обычно, новая тушь я наляпала, но не обращайте внимания. Это все медленно, но убирается мицеллярной водой. То есть, что у нас с вами получается? Она действительно идет такая водостойкая, что ее даже с века сложно смыть. Это факт. Ну что ж, ну вот как-то так. Одно на другое. Прикольно. Да, то есть, получается, слой на слой хорошо. А если вот ее как самостоятельно, то не так хорошо. Но водостойкость у нее просто... на не знаю, из 10 11 я дам, вот реально. То есть верхний глазик чуть-чуть потерла, да? Ага, сравните, да, длину вот так вот. И нижний глазик. То есть нижний глазик я уже наносила без, получается, без подложки, да, вот без этой вот штуки, как она у нас называется, забыла. Без праймера для ресниц, да, то есть без праймера для ресниц на нижнее веко нанесла и с праймером для ресниц на верхнее веко нанесла, то есть таким вот образом. Мицеллярной водой, но у меня вот эти вот налепыши смываются хорошо, но почему? Потому что у меня там был слой, слой консилера или как он там называется, да, то есть таким вот образом, ну, неплохо. Ну и давайте сейчас попробуем эту же самую тушь, но без подложки. Так, я буду смотреться в зеркало, потому что мне в камеру неудобно, у меня камера зеркалит. Я могу налепать мимо опять слишком много, потом вытирать. То есть, видите, я крашу-крашу, а объема-то нет. Но она супер-мега стойкая получается. То есть с праймером куда лучше эта тушь смотрится. Но опять-таки она мега стойкая, что мне нравится. Сложный такой вопрос. Ее нанести, чтобы она вообще навеки была заметна. То есть она удлиняет слегка,
про особую технологию, которую пишут, я ее не заметила. Хотя реснички она хорошо прочесывает, да? То есть, ну, сложно нанести ее, чтобы она была какая-то объемная, какая-то пушистая. Да? То есть, не вариант. Видите сами, да, разница? С праймером, без праймера. То есть, ну, нету такого эффекта, да, вот вы помните, я вам раньше красила ресницы, так они прям как опаховые, а это нет, это сложный такой вопрос. И следующая тушь с артикулом 5639, точно-точно такая же аннотация, только она, да, у нас с вами вот такая вот, да, тушенькая. Давайте ж пробовать. То есть она такая светленькая. Ну, цвет глазу, конечно, дает, но я ее лично, если и буду использовать, то поверх черных ресничек, потому что так, ну, слишком она светла для меня. А на черных ресничках такой приятный голубоватый отлив получается. Симпатичный. Я знаю, что такого слова нет. Не надо меня все вечно ругать. Я люблю слова переделывать. Они обе такие не супер-мега объемные. И обе такие не особо-то и получаются хороши. Вот, в плане объема, но в плане стойкости это просто что-то с чем-то невероятное. Я, по-моему, такими тушами еще не пользовалась в компании. Это какая-то абсолютно новая формула. Это не перевыпуск что-то на что-то, да, а именно абсолютно что-то новое мне показалось. Ну вот даже слой на слой, ребят, но не удлиняет. Но нет у меня вот этого кайфа, который я люблю получать. Я люблю объемно, но чтобы ресницы не были склеенными. Да, то есть, если с праймером реально объемно, то мне хочется их расчесать еще вдобавок, потому что они все равно толще, больше, да, получаются. А тут слишком тонкие. Тут вообще сложно. Да, то есть, ну, вот так вот, как вы видите. В принципе, нормально. Если хочется стойкий макияж, и вы выбираете, например, сходить в торговый центр, и вам нужен стойкий макияж на весь день, потому что вам негде, да, например, вы весь день по магазинам. Ну, вот он, секрет девушек, которые накрашены, и у них все идеально, и ничего не размазано. Вот она, эта тушь. На мой взгляд, отлично. Потому что, честно сказать, я с этой тушью даже поспала, ребята. Я забыла про нее, я ее нанесла вечером. Вот. Потом сходила в душ, по привычке умылась и бухнулась спать, потому что у нас был очень сложный день. И с утра я просыпаюсь, у меня может быть, слушай, Аня, что у тебя глаза накрашены? Я посмотрела, да, может быть, где-то какие-то кончики из-за подушки, потому что я сплю лицом в подушку, где-то обломались, еще что-то, она не стала такой ровной. Но опять-таки, с другой стороны, она осталась такой же стойкой, и она вообще осталась на ресницах, и... Я была в таком шоке, я пошла ее смывать вот этой вот мицеллярной водой. Мицеллярная вода ее не взяла, я вам сразу это говорю. То есть ее обычной водой не смыть, то есть нужно специальное средство покупать, чтобы ее смыть. Вот такая вот штукенция. Поэтому имейте в виду, что купив эту тушь, вам нужно будет обязательно, чтобы эта тушь чем-то, чтобы могла быть смыта. Вот еще подождала, пока засохнет. Захотелось мне попробовать уже третий слой, но нет. Она уже начала слеплять. Ну, в общем, вы поняли. Это чисто для эксперимента, но нет, эксперимент не удался. Ну, то есть просто уже некрасивые ресницы стали, да, на третий слой. Если второй слой с синей тушью как-то еще пошел, но нет. Вот, но в один слой, вы знаете, прекрасно. Прекрасные такие натуральные ресницы, потому что очень многие сейчас любят натуральные ресницы. И оно действительно хорошо играет. И не скамкивается, комков нет. Далее у нас с вами идет помада. Значит, стойкие чувства, стойкая матовая помада, Kiss Proof, 3,2 грамма или Proof, ну, в общем, что-то такое. Она идет, значит, с ухаживающими или нет. Значит, финиш, ощущение скользящего по губам шелка. Правильно, да. Ультра тонкое матовое покрытие, да. Цвет запечатывается на губах, и помада не оставляет следов на одежде и бокалах. Ага. И суперстойкая формула. Ну, как сказать, не оставляет? Чуть-чуть, где-то немножечко, маленечко есть. Вот это факт уже. Приходит она в таких вот коробочках. Я их сейчас все уже уберу.
Давайте прям посмотрим сам футляр. То есть он такой интересный. Очень хорошенькое такое оформление. То есть она такая вот. Тут защелкивается на что-то. На каждой помаде есть артикул. Что не нравится? Абсолютно одинаковая. И вот когда это чудо расставляешь в шкаф, то чтобы найти нужный оттенок, нужно постоянно все помады открывать. Это, если честно, бесит. Поэтому у нас есть помады с прозрачными крышками. Они у меня уходят куда быстрее, нежели эти помады. А помады с закрытой крышкой у меня бывает иногда так и выходит срок, и я их выкидываю. Ну, когда они меняют вкус, цвет там по истечении пары лет. Потому что мне не нравится так вот, как вот, когда искать. Да, то есть вот, вообще, мне кажется, удобство сейчас это самое главное. Артикул 40-949 это приглушенный ягодный. Да, то есть 40-949 с каталогом вроде бы совпадает хорошо. Да, то есть такая вот помада, она ложится очень ровно, она ложится очень гладко, она приятная, она действительно матовая и очень-очень красивая. Прям такая яркая, насыщенная, прям вообще. Обалдеть. Так, и давайте с вами теперь пойдем снизу. Да, 40-947, замшевый нюд, такое вот название. С каталогом, в принципе, хорошо совпадает. Давайте посмотрим ручку. Очень хорошо, мягко ложится. Мне нравится. Она не рыжит, кстати. Вот кто-то меня там недавно из подписчиков ругал. Ну, вот что делать, если камера так вот передает? Но она абсолютно не рыжит. Да. Вот ее, наверное, оттенок. Так это, наверное, более нюдовый. Симпатичная помада. В принципе, да, неплохая помадка. Очень даже хорошенькая. Лежит мягко. Правда, такая матовая, красивая, приятная, да? Угу. Тогда вот она у нас идет, красавица такая вот. Ох, мимо, да? Ну, неплохо. Очень красивый оттенок. Я такие люблю. Кофейно-коричневый 40-954. Давайте его тут посмотрим. О, кстати, я предыдущие, да, не помазала, как они с каталогом. С каталогом отлично. На руке, ребят, не смотрите, пожалуйста, полосы. Она отлично ложится. Я немножечко вспотела. У нас жара 30 градусов. У меня просто сырая рука. Я ее промакивала, но все равно она влажная очень рука у меня. То есть такая вот симпатюлечка. Угу. Вот она так хорошо ложится, да. А тут уже, ну, хорошенький цвет. Такая она какая-то. Но она не скоростна, конечно. И тут, кстати, не важно, сколько вы слоев нанесете. Она может быть слегка потемней, но не сильно. Чему-то отличается, да? Или это я так уже губы истерла? Следующая помадка коричневый нюд. Она в каталоге слегка темнее, нежели на самом деле, да? И вот она такая вот. Очень красивая. Она прям такая, знаете, пыльная роза, что ли. Мне очень-очень нравится этот оттенок. Симпатичная. Прям такой яркий, да, насыщенный цвет. Кстати, у помады нет вкуса абсолютно никакого. Ну да, вообще практически вкуса нет. Запах я тоже особо не ощущаю никакого. То есть такая никакая. Очень хороший цвет на губах. Мне нравится этот оттенок. Так, далее, что у нас по списку? Это лиловая орхидея 40-952. Ну, это точно не мой оттенок. Давайте прям посмотрим. Да, такая вот она, красоточка. Яркая такая, да? Фуксия, можно сказать. По-другому не назовешь. Если вот с этим, да, то есть то вот этот красивый такой, да, оттенок, а этот прям яркий, прияркий. Прям такая, да, яркущая. Да, прям вообще... Так, значит, яркий розовый 40-951. Тоже я такие помады не очень люблю. Да, вот он, яркий розовый, такой вот прям люминесцентный даже, можно сказать. Неоновый, да, то есть прям вообще яркий слишком, чересчур. Кстати, не так уж и плохо, как мне казалось, да. То есть на руке она прям ужасно, да, такая прям яркая, невозможная, да, помада. А на губах она как-то вот поспокойнее играет. Кстати, вот смотрите, краешек подсох, и мне уже намного сложнее ее смыть. Видите? Видите? Это мицеллярная вода. Поэтому я стараюсь очень подолгу.
Вот если центр еще не успел сцепиться, и он смывается по-быстренькому, то края я уже смываю тяжело, хотя я стараюсь по-быстрому. Вот, по-быстрому смывать. И губы от этой помады, если честно, у меня уже натерлись такие стали, ого-го, не очень-то. Ну ничего, и осталось чуть-чуть. Следующий оттенок, мне кажется, что он не просто классический красный, 40-950, может я, конечно, и дельтоник, но он мне слегка, совсем чуть-чуть, ненавязчиво, он мне отдает таким легким-легким морковным подтоном, что ли. Да? Может быть, я ошибаюсь, но он такой какой-то яркий красный, необычный красный мне показался. Прям такой, да, неоновый красный какой-то. Видите, какая чудо-штука. Сложно вообще. 40-948 теплый персиковый. Отличается от цвета в каталоге кардинально, ребята. Прям кардинально отличие. Давайте вот сюда его. Угу. Очень красивый оттенок. Мне нравится. Я надеюсь, он хорошо передается. Вроде бы да. Угу. Яркий, но спокойный, теплый цвет. Прям видите, какая пигментация. Начала наносить. Прям видно, да? Мне нравится этот оттенок. Реально нравится, реально красивый. Угу. Хорошо так играет, да, согласитесь. Ну и последний оттеночек, самый, мне кажется, бесподобный, это пыльная роза. Очень красивый такой, 40-945. Давайте его сюда. Угу. Ребят, 30 градусов жары, не судите, как помада ложится, не судите строго, на губах она немножко по-другому. Все-таки кожа у меня влажноватая, помады хоть и не тают, как вы видите, да, вот они сколько тут стоят, они не тают, ничего с ними не случается, то есть консистенция отличная, но жара у нас очень сильная. Я ждала, что она спадет, чтобы снять помады, чтобы уже вам точно ни про что не наврать, например, еще что-то, но это очень сложно было, поэтому я смотрю, другие уже выкладывают, а я все нет. На мой взгляд, самая красивая помада, реально самая красивая, ребят. Очень нравится, прям такая клевая, клевая, да, согласитесь, прям такая хорошенькая. Ой, ну красотка. Ну что ж, вот такая красота, стойкие чувства. На этом я с вами прощаюсь. Новинок еще целая куча и много чего есть, но я думаю, что не нужно слишком сильно затягивать видео. В следующем видео будет там и майонез, и обзор лаков и так далее. Да, а это видео мы с вами пока вот посмотрели несколько новиночек. Могу сказать вам одно. Эта помада, она действительно очень стойкая. Стойкая в каком плане? Вот если вы ее начнете стирать чем-то грубо, она сотрется у вас. То есть она не впивается в кожу, она стирается нормально. То есть ее можно удалить. А если вы будете очень сильно тереть, да? То есть, если вы поедите раз, поедите два, ну вот как я ее пару дней поносила на себе, поедите раз, поедите два, она у вас все-таки начнет убывать на губах, она не супер-мега стойкая. Знаете, бывают такие помады, на неделю хватает, вот накрасился и неделю ходишь, да, на лакокрасочном, наверное, выпускают. Не, ну я смеюсь, конечно. Вот, это не такая помада, не такая, да, то есть, но она очень стойкая, да, то есть она не написана, что она водостойкая, но она написана, что она стойкая, и эта помада, она наиболее стойкая, например, будет для масок, да, и она более стойкая, чем наша жидкая матовая губная помада, раза в два, наверное, она будет более стойкая. Что еще я про нее скажу? Вот я ее проносила полдня. Я уже, ну, грубо говоря, за два перекуса съела 1/3 помады. То есть она целиком не съедается. Даже если вы едите жирную пищу. И все равно она слегка, вот если губу на губу приложить, да, как бы, да, букву М сделайте вовнутрь, да, прикусить губу к губе, то получается она все равно слегка, чуть-чуть есть какое-то ощущение какой-то липкости. Очень-очень не сильной. Дальше что хочется сказать, да? Вот смотрите, нажимаю сильно, палец аж белеет. Все-таки есть, она отпечатывается, да? То есть она
не водостойкая получается, да, то есть не такая уж совсем-совсем. Если ее тереть вот так вот сильно-сильно, она стирается. Угу. То есть, смотрите, давайте возьмем мицеллярочку нашу. Если наша мицеллярка, допустим, тушь, она не берет, то помаду она может взять. Но с руки, если мицеллярка, да, на потную руку я ее нанесла, она стирает, то с губ она стирает куда хуже. Угу. Потом далее поцелуй, да, когда я целовала, допустим, подошла и мужа яркой помадой поцеловала в плечо. Сильно-сильно прижала губы. Ребят, вообще ничего не отпечаталось. Вообще ничего, да? То есть такая очень интересная помада. Да, вот видите, даже волоски покрасились, и они не стираются. Я не могу стереть с волосков вот этот алый цвет на руке. Тоже, да, прикольно. Вот, что еще хочется сказать. Если вот так вот сильно-сильно... А, кстати, они хорошо, цвета друг с другом дружат. Да, то есть я сильно делаю. У меня аж мизинец больно, да? То есть она может смазаться. Но это с огромной силой, и губы такую силу они не выдержат. И с такой силой вы, конечно, есть уже не будете. Вот. Ну и давайте сейчас я похожу минут 10-15 и вернусь к вам в видео, помою руки. Если провести эксперимент с соломинкой, да, она отпечатывается. Ну, в помаде где-то примерно минут 10. То есть она на соломинку отпечатывается. Далее, кружка. Ну, кружки вот еле-еле-еле уловимый вот такой вот есть. То есть, то есть, ну вот, не отпечатывается, да, практически. Вот, я думаю, вы видите, немножечко, чуть-чуть вот есть. То есть, о чем это говорит? Допустим, если я откусываю яблоко, будет она отпечатываться, размазываться, да, потому что это вообще такой эксперимент, нету. Да, видите? Вот оно, видите, с силой, если оно отпечаталось. Если без силы, то оно не отпечаталось. Ага, сейчас еще с яблока не стирается, елки зеленые. Вот, если просто вот так откусывать яблоко, оно не стирается. Да? Нет, вот, есть немножко, да? То есть она стойкая, но в меру. То есть стойкая, но в меру. Нету такого, что она прям вообще-вообще. Да, как вот на лакокрасочном загонде, да, можно и протирать, и все что угодно. С такой помадой, если вы постоите под водой, я принимала душ, с ресницами и с помадой, ничего не случается. Да? То есть, но если поскрабировать скрабчиком, то она начинает размываться, расходиться. Что еще? Ресницы вообще не смываются ничем, кроме чего-то водостойкого. То есть я очень долго смывала ее ресницы мицеллярной водой. Очень долго. Сейчас я, конечно, буду немножко пандой, потому что у меня тут консилер лежит. Да? То есть я вот так вот ресницы замачивала, я вот так вот их держала. И где-то, может быть, слегка, чуть-чуть, немножечко, они начинают отходить. То есть я замучилась их снимать. Это очень долгий процесс. Что мне еще понравилось, да? Вот видите. Ну, грубо говоря, отломила, оторвала, да? То есть она вообще не размазывается. Никак. Вот давайте даже проведем эксперимент. Да? То есть видите, если где-то какие-то комки немножко отпадывают, то она не стирается, она остается на месте. То есть мы сейчас их расчешем. Да, давайте расчешем, за щеточкой бегал. И оно снова все встает на свои места и никуда не девается. Хотя консилер уже, как вы видите, начал стираться. Да, и видно мой синячок под глазом. Вот он консилер, а вот она тушь. Причем я так хорошо, добротно смочила, да, вот видите, сыра, ой, не туда, да, накапала. Вот видите, сыра, как бы в глаз еще не накапать. Да, вот видите, абсолютно, ну, практически чистая ваточка. Я начинаю тереть. То есть, если где-то какое-то удлинение было, то оно может сломаться. Но сама тушь, она остается на месте, ребята. Угу. То есть, я не знаю, что с этим делать. Вот чуть-чуть голубиночки отпало, да? Вот. Снимать ее нужно специальными средствами. То есть, вот так вот постепенно, по чуть-чуть, потихоньку. То есть, вы можете быть спокойны. Что еще мне понравилось? Я прогулялась с нижними ресницами. Весь вечер, весь день, вчерашний,
И я вам могу сказать, что у меня ничего не размазалось. То есть у меня слегка потек консилер, слегка что-то было как-то вот неровности какие-то, да, к вечеру были видны поры, потому что я потела. Вот выступал поверх тоналки, поверх бронзера, да, вот видите, он сейчас на мне, да, вот этот бронзер. И вроде бы вид у самого лица был не особо хороший, но с тушью ничего не случилось, с тушью ничего не приключилось. То есть давайте еще раз, да, мицеллярочка наша с ароматом красного винограда. Вот сейчас вроде бы отмокла, да, кажется, вот-вот я сниму, но снять это нереально сложно. То есть они остаются и абсолютно не размазываются. То есть снять можно, но это очень долгий процесс, ребята. Причем я с ней переночевала, я проснулась. Я вообще, если честно, ночью просыпаюсь, хожу умываться, потому что очень жарко, дышать нечем, душно. И серьезно вам говорю, глаза от пота щиплет. Угу. А с тушью ничего не случилось. Так, это у нас тушь была с... Как его? Как он опять называется-то? Ой, ёлки-палки, забыла. Так, с праймером. Да, то есть это тушь без праймера. То есть давайте с вами смотреть. То есть я очень сильно зажимаю, я очень сильно прижимаю. И единственное, что она обламывается. Но чтобы она размазалась, я не знаю, что нужно. Смотрите. Да. То есть уже консилер убирается, все убирается. Я тру сильно, и с тушью ничего не происходит. Это, конечно, жуть. Вот. Угу. Еще и в глаз попало. То есть, ну вот таким вот образом хотелось вам под конец показать, что ее можно вот так вот туда-сюда водить, разломать, но это проще без ресниц остаться. Поэтому стиралка у нас с вами должна быть только водостойкой. Если в этой тушью ляпнете где-то мимо во время покраски, убирать нужно сразу мгновенно. Да? То есть, почему мгновенно? Потому что давайте я еще вот вам такой эксперимент сейчас проведу, ну, чтобы вы уже точно видели, да? То есть хайлайтер убирается великолепно, видите? Вот он убирается. Тушь нет. Да, вот, видите, хайлайтер. Ой, хайлайтер говорю. Опять забыла. Бронзер, да, бронзер убирается отлично. То есть... тушь просто невероятно стойкая, невероятно стойкая, да, то есть ее, вот видите, вместе со своей ресницей вышла, угу. Вот ресница, и вместе с ресницей, то есть это вообще сложный момент ее смыть, и вы можете спокойно ходить весь день по жаре, потея, не потея, и вы не будете пандой, вот это уже факт, поэтому берите, и не переживайте за стойкость. Я эту тушь рекомендую в плане стойкости, но не в плане объема. Да, вы видели, что объема у нее нет. В общем, я не знаю, как я ее сегодня буду смывать, потому что под душем с ней сидеть и ждать, пока она отмокнет, абсолютно бесполезно. Я, наверное, буду ватной палочкой тихонечко, а потом смажу глазки нашей сивороткой для роста ресниц. А далее давайте попробуем помаду еще раз. Да, то есть вот я ее промокнула. Промокнула сильно. Видите, аж прилипает ватный диск. Но практически не отпечатывается. Помада огонь. Налипла, да, всего. Сейчас мицеллярной водой. Так, поприкладываю. Да, то есть рядом стирается она, нет. Чуть-чуть, видите, чуть-чуть. То есть у нас с вами получается, мы, боже мой, как тут страшно, но ничего. В общем, вы поняли, да, то есть с какой силой нужно тереть, чтобы от этой косметики избавиться, если у вас нет специального водостойкого средства. Поэтому имейте это в виду. То есть я сейчас беру вот этот диск и начинаю с силой стирать. Вот она тогда стирается, видите, вместе с консилером, да, поехала. В общем, на мой взгляд, 5 с плюсом. И то очень тяжело. Стирается, видите, а каймовочка остается. В общем, тяжело ее убрать.
Помада действительно, ребят, стойкая. Господи, что я с собой сделала? Да, помада действительно стойкая. Я кушала когда банан. Да, я когда кушала банан, у меня не было проблем с помадой абсолютно. Вот с яблочком, если произошла какая-то проблемка, то с бананом, как вы видите, сложно замараться, да? То есть и ложка из-под супа тоже чистая остается, потому что там мы уже не вводим так вот и так сильно прям, чтобы губы белели, мы не прикладывали к стакану, да, то есть я столько он прям сильно отпечатывала. То есть если вы сразу этой помадой, эту, так, сейчас подождите, прям сухое сделаю, да, сухую поверхность. То есть если вы сразу эту помаду нанесете, и она у вас еще не подсохнет на губах, то есть чем она дольше у вас на губах, тем она менее стойкая, да? Вот так я так поняла, да? То есть вот я ее нанесла на нижнюю губу 40 948, и сразу берусь за стакан, отпечатывается полностью. То есть ее нужно подождать, пока она замерзнет, застынет на губах, и тогда вам будет очень сложно от нее избавиться, а это очень приятно, мне понравилось. Ну, в общем, не знаю, опять новый формат у меня получился с опытами, как попало, то с полосками, не судите строго, я не блогер, сразу же хочется сказать, я просто человек, который любит новинки, любит их пробовать, мне это очень-очень нравится. Вот сзади еще, как вы видите, куча заказов, там и тапочки мамам, папам, и полотенца, я вообще обожаю это все. Ну, все, всем пока-пока.